Такс, ура, ура, товарищи. Твич снизошел до самых низших, самых отвратительных низов своей площадки и все-таки разрешил Редге Гомезу и его зрителям выбирать качество трансляции. Следовательно, можно уже запускать третью часть стрима по Resident Evil 3 ремейк. Просто на адской сложности. Вы себе не представляете, как же я вчера охерел от Немезиса. Как же я вообще просто был шокирован этими таймингами, которые, в принципе, и на кошмаре нехило так покусали мою нервную систему. Я просто не ожидал, что будет так жестко. Но тут это просто за гранью добра и зла. Это просто какая-то адская, жесткая жесть. И в моей внешности произошли некоторые метаморфозы. После нервного тика, после этой трансляции, у меня застыла одна гримаса. И, к сожалению, я не могу никак повлиять на это. Я не могу, правда, я не могу ничего с этим сделать. Поэтому вам придется потерпеть сегодня не самого привлекательного Редге Гомеза. Я надеюсь, что вы выдержите. Собственно, вот таким я стал после вчерашнего стрима. Я надеюсь, что вы сможете пережить это лицо в течение последующих 8 часов траев. Ну ладно, шутка удалась, я вижу в шоте. Хорошо, ну правда, вчера было очень жестко. Или оставить. Я буду периодически включать, когда уже совсем кукуха полетит. Я такой, опа! Hello! Ладно. Доктор Стронг появился. Это новый персонаж в моей вселенной. Это доктор Мультистронг. Он заберет меня после того, как я в очередной раз не смогу пройти Немезиду. Я его попридержу вот здесь. Это потрясающая работа Эльгарыча. Сразу же респект Эльгарычу и начинаем. Ой, на первых порах что бы хотелось сказать? Хотелось сказать, принести свои извинения, что я вчера затянул трансляцию. Но, в принципе, я так подумал, я не особо ее затянул. Раньше я стримил всегда в среднем по 5-6 часов, и по сути я только на 2 часа затянул, и я не думаю, что это прям кому-то пришло в тягость. Ладно, если бы я там 12 часов сидел и в итоге бы не заборол, то вот это было бы вообще непростительно, но все равно я приношу свои извинения тем, кто вчера под конец дико за меня болел, дико желал мне победы. Извините, просто не получилось, я физически не смог, я не справился. Я признаю вчерашний эпик фейл. Наверное, в последующих трансляциях, если я также буду доходить до какого-то хардкорного момента под конец эфира, то я, наверное, буду все-таки дропать. Я не буду пытаться. Лучше уж со свежими силами подходить к таким челленджам и здраво, в общем, мыслить в таких ситуациях. Это все равно урок. Давайте пробовать. Привет, чатик. Рад вас всех видеть. Сегодня уже со многими поздоровался на трансляции МО. Но еще раз вас всех приветствую. Господи. Вчерашние флешбеки, о нет. Мне сегодня такие кошмары снились, вам лучше не знать, что мне сегодня снилось. Это был настоящий ужас. Сегодня точно сфальсифицируем игру. Надеюсь. Но как ни странно, именно эта музыка. Именно эта музыка мне не снилась. Ой, я даже забыл на радостях сейчас перезарядиться. Раз,
Два. Три. Stars. Отличный трофей. Привет. Удачный выстрел. Спасибо большое. Спасибо, Михаил. Спасибо от всей души. Спасибо за донейшн. Выпью за твое здоровье, как только завалю этот трай. Да. Ну, если бы я прошел это с первого раза, то разве стоило ли вообще это все запускать? 54. Это со вчерашнего, если что. Твое здоровье, Михаил, спасибо. Спасибо. Блин, с самого начала стрима уже, вот знаете, обычно... Stars. Обычно не нерв... Раз, два, три, четыре, пять. Мы поборемся опять. 123.45. Спасибо, Соколов, спасибо. Тебе отдельный респектосик, что вчера вот в этот трудный момент поддерживал, и у меня все-таки ничего не получилось. Спасибо тебе большое за тебя. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что обычно руки потеют, когда я вот дохожу до каких-то жестких моментов. У меня прям... Прям вообще это меня бесит, но у меня потеют ладошки в этот момент. И тут, знаете, с самого начала стрима они начали потеть. То есть нервная система уже как бы готова к этой дичи. Ой-ой-ой, кислота. Перепрограммированию Т-800, похоже, приложил руку LG, так как терминатор наглядно демонстрирует нам ближе к концу фильма, как правильно снимать кожу. Всем привет. Это да. Я, кстати, обожаю эту сцену, где он кожу снимает. Меня она в детстве так впечатляла, когда этот Дайсон тот с женой, это они такие напуганы. Он такой, это план, когда меняется, и рука на них, и камера сверху такая, блин. Гениальный фильм. Гениальная работа операторов. Спасибо, Едер, спасибо тебе большое. Обидно вот что, обидно, что я вчера, по сути, победил. Я даже помню то место, где я зафейлился, где мне нужно было. Но я не увидел бы в любом случае. Вот тут вот я зафейлился, вот тут вот стоял. Рано. Рано, 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 рано. Я до пушки не добежал. До сраной пушки не добежал. Но с другой стороны, может быть, даже если бы я там нажал у ворот, если бы он начал свою пятюню отбивать, 5 ударов, потом еще 2-3, то из той ситуации, когда камера была не под тем углом, я бы просто не смог. Попробуй не торопиться, пусть будет лучше дольше бой. Но первую волну я уже знаю, как проходить, поэтому я на ней по дефолту тороплюсь. Надо все-таки после первой, наверное, все-таки дальнюю задвигать, потому что дальняя самая опасная. Зря я сейчас эту задвигаю. Пау-пау-пау-пау-пау-пау. Рано. Знаете, в чем фишка? Тут... Когда ты успешно уворачиваешься, а потом доводишься,
он как бы автоматически тебя на цель наводит. Поэтому так проще. Может быть, я действительно в этом плане косячу. Я не знаю. Может быть, не стоит. Господи, как вот этот мандраж, а? Убрать. Я прям боюсь его, понимаете? Я боюсь его. Я боюсь его, как пьяного батю, блин. Это самый великий страх, который может быть в человеке. Сраный немец. Я нажимал, я нажимал! Нажимал я у ворот. Гачи-мышь? Я не расслышу, что за гачи-мышь? Will suffer, он вернулся. 6-6-6-6. Will suffer. Ой, Will suffer, спасибо тебе за донейш. Спасибо, Will suffer, спасибо, добрый человек. За тебя. Will suffer, это да. Я сегодня, знаете, Evil Citizen, запостите сейчас это личко мое, запости, если можешь. Блин, я ж уворачивал. Вот я, короче, хотел прифотошопить вот это личко, сегодня анонс сделать. Вот это личко прифотошопить на то, что выдают Яндекс картинки по тегу Resident Evil 3 Remake Art. На английском все напишите. Первое выдает. Кому не впадло, загуглите. Яндекс картинки. Stars. Кстати, а Гарри Пашку можно теперь называть Naked Snake? Уж очень красная змейка похожа на змейку без кожи. Ладно. Кстати, лол. Спасибо, Еня. Ну, я подумал, что как-то это слишком пошло. Воу, нормально, пацаны, идеальные вообще у ворот пошли. Power sources remain. LG снял кожу, змейку показал нам красную. Воу. Воу, он обычно так резко не бил. Я прям не поймал тайминг. Господи, руки, чё вы так потеете-то? Ничего тут страшного нет, всё нормально будет. Мне вот правда, я потом чисто для себя из любопытства я это дерьмо запущу со справочником, с монетами, я посмотрю. Как, насколько этот бой вообще привлекателен. Спасибо, Фидер, еще раз, знаешь, если я тебя не поблагодарил. Привет, Ахита Хантерс. Ой, сейчас плохо все. Сейчас бить. Раз, два,
А, сделал. Зули, привет. Удачи и терпения сегодня на стриме. Мы все в тебя верим. Спасибо, Ахита. Спасибо. Добрый слух. Я надеюсь, что я не подведу вас. Но такое... такое возможно. Хотя Уилл Саффорд сегодня мощно поддержал. Вау. Вау. Уилл Саффа! Нет, нет, нет. Он, это не убийственное? Не убийственное. Я понял, хотел голову к мультиканат приклеить. Нет. Нет. А чё у вас выдает? А у меня там так выдает, где Немезис так. Немезис так. Немножечко пристает Джилл Валентайн. Нет, 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 нет. Подождите. Нет, ну господи, ну кислота, ну кислота, ну кислота. Ша. Онлик нашел, значит. А Онлик что там показал? А, вот. Онлик. Сейчас посмотрю. Да-да-да, именно оно. Ну, я подумал, что это перебор, хотя... Ну, у меня, знаете, вот сейчас какая вот претензия к этой сложности. Вот действительно претензия. Почему тогда, раз такой босс, почему предыдущие... О, нет? Серьезно? Я думал, я там прострелил. Почему все остальные босс-файты такие в сравнении легкие? Почему? Зачем они так сделали? Ну надо было на всех босс-файтах, чтобы не было никаких претензий, сделать такую жесть. Вот, когда я дошел там до Рэя, в том же МГС-2 на European Extreme, я понимал, что это надо будет охеренно вспотеть, чтобы пройти. Я понимал это прекрасно. Сверху. А тут зачем такие поблажки давать? Вот предыдущий босс-файт, да, но он же легкий в сравнении. Там не надо ловить такие тайминги, ничего, он не ваншотает. Есть парочка атак, которые ваншотают. Но они должны все ваншотать. Это ж ад. Это ж ад. Вот Вайт. Здравая масса. Финальный босс не должен быть сложнее всей игры. Ну, он может быть и должен сложнее быть, но не настолько. Или, знаете, например... Можно было задизайнить так, чтобы у тебя просто мало оставалось боеприпасов к нему. И тебе просто минимальным количеством нужно было с помощью идеальной стрельбы с ним справиться. И тогда бы я сказал, да, хорошо, согласен. Но на каких-то адских таймингах. Вообще в Резиденте когда-то было, чтобы вот все строилось. Я помню, что финальный босс в первом как раз Revelations, да, там, я на харде помню, тоже с ним потел, потому что там тоже все было, зависело от какого-то прям жесткого тайминга, это я помню. Раз, два, три, четыре. Тогда он после пятой делал с задержкой, ладно. Видите, какая мразота, или я плохо посчитал.
Финальный босс тоже в Revelations был непростой. Там тоже он что-то какую-то силу набирал и чем-то кидался. Я сейчас уже точно не могу вспомнить, но тоже было сложно. Но не настолько. Тот тайминг можно было вызубрить спустя там 10 траев идеально. Я вам отвечаю, на харде. А тут, господи, я просто реально как будто в каком-то Секиро дошел до финального босса. Там говорят, кстати, очень малый процент игроков прошли финального босса. Я об этом слышал. Не успею. I'm gonna put you back on your ass. Опять. Вот чуть-чуть раньше нажал. Опять чуть-чуть раньше нажал. Я помню, у нас вот такой вот тоже мостовой кран на первом предприятии, не буду называть его. Первое предприятие, на котором я работал, там тяжелая промышленность, тяжелое производство. И, в общем, сломался вот этот кран, у него что-то там в механизме заклинило, и погнал, короче, бригадир, типа, нам нужно, типа, сегодня обязательно загрузить там партию заготовки. И полез, короче, какой-то стропальщик. Полез этот механизм, что-то пытался. В общем, он где-то вот тут, вот этот механизм, я помню. Ну и полез без знаний, без навыков. И это вырвался, там этот канат, и, короче, его пополам разорвало. Сколько мне лет, наверное. В общем, молоденький я был. Страшная штука. Нельзя лезть без навыков в такую хрень. Там последующие несколько дней такая дезмораль у людей была. Я думаю, тут надо чуть-чуть помедленнее делать его замах, либо чуть больше тайминг для уворота. Ну да. Ну когда резидент был на таких жестких уворотах, я даже не могу себе представить. Даже не могу. Зинкина любовь помогла торговцу излечиться от простатита. Решил, в этой битве она тоже поможет. У-у-у, Зинка! Зинка, спасибо огромное за 1000 рублей. Погашением комиссии. Спасибо огромное. От всей души. От всей души, Зинка. Спасибо. Твое здоровье. Спасибо. Нет слов. Зинка, ты просто awesome. Еще есть такая шуточка. Статистика на момент релиза, наверное, сейчас в Steam 31 прошли Finals первым. Может быть. Ну, без учета консольных версий. Хотя консольные игроки, судя по статистикам, гораздо чаще игры до конца проходят, уж не знаю, с чем это связано. Хотя в случае с Sekiro это может быть и не так. Вот тут, понимаете, вот тут я прям идеально иногда чувствую. А иногда... Блин, кислота, сейчас кислота, чисто кислота, сейчас бы все нормально было. Думаю, что процент по сетеру маленький по финальному боссу, так как чтобы его открыть без гайда, ты хрен чего откроешь. Там надо подслушивать несколько разговоров персонажей. Слушай, а чё там стелс-механика есть? Чем мне хочется в сетеру поиграть? Пускай я и видел почти полное прохождение на этом. Блин, опять забываю эту херню включить. Видел?
большую, наверное, часть игры, хотя там пацан такой не особо вдавался в подробности, не особо там что-то пытался по лору понять, просто мочил боссов очень задорно. На дальнюю. Когда он еще падает, Джилл немножечко замедляется. Я без гайда проходил на релизе, Predator путает что-то, наверное. Predator может. Он может кусь-кусь сделать неожиданно. Это Predator может. Нет! Ёптать, как мне повезло сейчас, ужас. Нет, смог. Блин, затупил. Я нажал, кстати, у ворот, но он не сработал. Не знаю, чего, ну-ка сейчас посмотрим. Вот в этот момент. Поздно нажал. Да, стелс там неплохой. Его можно прокачивать. И боссов помогает убивать стелс. Серьезно? Я не помню, чтоб там был стелс. Либо пацаном не пользовался. Он просто в открытую. А, нет, что-то со спины он там делал как-то такой какой-то замах. Ну там буквально в нескольких местах. В основном в открытую. А, нет, был там стелс, помню этот собор там. Да-да-да, там был, я вспомнил. Я вспомнил, да, ты все правильно говоришь, был там стелс. Ну такое, конечно, не как в МГС там. Какая спина после вчерашнего. У меня после вчерашнего все болит. У меня даже мизинец на левой ноге болит, потому что я когда это. Я нервничаю, я вот так вот сжимаю и этот. Не мизинец, а большой палец на левой ноге сжимаю и прижимаю к полу. Я, короче, так вчера усиленно это делал, что даже, блин, большой палец болит. В ноге. Все болит, честно. Так, сейчас раз-два сделаем. Давай. О, нет! Кислота сейчас зафейлила. Ну, смотрите, вот сколько играю, сейчас мне кислота уже помешала от успешных траев, я не знаю. Хер знает сколько раз. Процентов, наверное, 20 уже, 25, может, больше. Ну, смотрите, кислота, давайте логическую цепочку проведем. Что делает кислота? Кислота выплевывается, когда мы ломаем ему шарик, да? Поэтому, возможно, надо просто... Не столь интенсивно ломать ему шарики, да? Так, сразу же бежим. Ты что? Не отпускай, ни в коем случае никогда не отпускай, Джилл. You can do this. Yes. Успел. Так, ну сегодня реально получается получше пока, чем вчера. Вчера мы за 3 часа дошли до конца игры, и 5 часов я висел на нем. Сейчас должно все получиться, если я хорошо... Нет. Да ёб твою, ну вот... Сраный скрим! Я после этого перестану слушать металл со скримом. Steady on the rooftops, everybody scream, yell. Чёртова атака.
Я вроде нажимал и А, и у ворот в этот момент. Как же он мне портит этот тетраэс, сучка, попа. То заорет, то кислоту пустит. Вот уберите эти два аспекта и нормальный, адекватный босс. Он и без того был бы очень сложный. Да ведь? Поддерживайте меня, я думаю, вы меня поддержите. Вот, если он вот этот у него, вот эта модель поведения, то у меня 100 пудов получается уже. Висят в финальном боссе. Как и на кошмаре. Ну нет, ну тут тоже, на аду тоже были сложные моменты внутри игры, но не настолько. Нет. Плохой выстрел. Придется перезаряжать. Успею перезарядить. Ой, я не туда побежал. Зачем? Я не то сделал. Блин, я так накосячил сейчас. Что я вообще делаю? Прогресс на лицо. Видно, что уже руку набил, отдохнул. Спасибо, Джо. Напрашивается пошлая шутка. Когда тоже набил руку. Прогресс тоже может быть на лицо. И снял кожу. Нажал же, вот сейчас идеально, идеально было. Почему он не сработал? Вот почему? Я вам отвечаю, я сейчас полностью ощущал уверенность в этом увороте. Вот полностью, я вам серьезно, вот насколько я уже прочувствовал игру, вот конкретно в этом моменте он должен был срабатывать, потому что это была задержка, и вот она полетела, я нажал этот момент. Либо меня геймпад уже подводит, я не знаю. Жути грязно, сегодня все разрешаю. Просто, просто куром насмех этот босс. Я бы, вот кто вот это вот придумал? Серьезно, вот эти тайминги. Я бы его пригласил в Россию в 90-е годы к браткам на паяльник сходить. Я думаю, ему бы очень это понравилось. Считаю. Ах, промазал. Ах, как я сейчас промазал. Неприятно. Помните, в 90-е, что делали с паяльником? Какие процедуры были? Воу-воу-воу-воу, это было красиво. А! Опять накосячил. Ну все, сейчас это конец. Это конец, потому что... Да, потому что патронов не хватит. Промах и все. И... This is the end for the Cobras.
нет, кислота. Вот смотрите, вот я нажимаю. Ага, вот сейчас почему-то вырвалось. То же самое нажимал и в прошлый раз. Не знаю, от чего это зависит, но, видимо, от чего-то зависит. Успею. Знаете, я еще что думаю по поводу Nemesis, если абстрагироваться от сложности, мне кажется, кислота, да, вот тут, наверное, я зря жадничаю, может быть, стоять посередине в эти моменты, но опять я не знаю, как перестроиться. Почему так не впечатлил этот босс? Потому что вот после всех этих Bloodborne'ов, Dark Souls'ов действительно сложно впечатлить какими-то исполинскими врагами, да и после всех этих слэшеров. Он смотрится как бы максимально дженерик, эти огромные руки, это пасть чужого, это все мы уже видели 1000 раз. Я не знаю, как нужно было извернуться, чтобы удивить в финальной стадии. Они в очень сложном положении были. Девелоперы. Это кажется, что можно? Мне так кажется. Что нам... Это может миллион идей прийти в голову. По поводу... Так, ты уронил? А где еще? А, окей. Нормально, перезаряжай. Тут пацан в чате пишет, что норм босс еще бы S не давали за прохождение с бонусами, вообще ништяк. Ну, пацан, когда подтвердит свои слова делом, тогда мы как бы это... Тогда мы респектнем ему, а пока я тоже могу все это написать в чатике. Раз. 4, 5. А вот сейчас после 5 он ударил. Вот мразь, а. Кто... Или я тогда неправильно посчитал? Ну я все-таки до 5 буду. Ладно, я до 5 буду отсчитывать. Постоянно до 5. Если он замедлится после 4, хер с ним, пускай сливает мне. Хорошо, я готов. Рано или поздно это проканает. Будем долбиться башкой у древа. В принципе, даже не обязательно целиком и полностью игру проходить, да, пытаясь что-то доказать. Достаточно просто сейв на этом моменте и без всего показать нам, как тут на скеле проходишь. Амина из гранатомета не убьет пузырь взрывом, а другой взрывной волной. Нет. Я ж пробовал на этом. Я же пробовал на хардкоре. По-всякому. Как любит Зуля. Ох, что-то он быстро ударил. Сейчас я пожадничал, да, надо было увернуться. Я тут тоже, в принципе, начал тонко чувствовать, когда он может быстро, когда медленно ударить. Тоже начал чувствовать, но только
только начал. До полного погружения еще как. До чайной. Короче, кусь-кусь тут... Тут вот эти вот все разрывные там эти для гранатомета. Гранатомет вообще просто бесполезен. Тут именно нужно метко стрелять по этим самым, по пузырям. Вот сейчас, видишь, сейчас не подгадал опять тайминг. Ужас, ужас, ужас происходит. 278-25. А что значит 20? У тебя какой-то макрос, что ли, или что? Как ты вообще? А, сегодня это типа 25-е, я понял. Так, может быть, не травить раз за разом. Давайте на что-нибудь отвлечемся. Еще раз подумать. Так, так, так. Полюбуемся на Джилл. Мне кажется, даже у Джилл немного уже безумное лицо. Добрый вечер, Venom Snake. Я вижу, что ты добьешь на месяц. На прогресс-то есть, но... Сам засираюсь, петь и траю. Вот, видите, был быстрый удар. А этот удар еще... Он может быть и медленный. Вот, видите, сейчас был медленный. Вот такая вот херня. Он рандомный. Он рандомный. И мне там еще что-то говорят. Советчики, попробуйте сами. Кто критикует там меня. Попробуйте сами, когда он может... В одинаковой атаке спонтанно изменить просто свой тайминг. Попробуйте. Вот опять. Я думал, сейчас быстрая пройдет. Гоу, когда пройдешь, купи монеты и книжку. Если хватит, попробуй пару траев сразу с Final Boss. Можно. Еще немного, а ты его уже почти как руки вымотал. Скоро он устанет, можно будет в углу запинать. Если бы это так работало. К сожалению, машина, она неутомима. Машина неутомима. Только играющий может устать. Ой-ой-ой-ой-ой, как? Я же далеко был. Я уже на этой стороне был. Вот сучёныш, а. Stars. Уже был на этой стороне. Риск, этот босс уже бесит даже меня. Тащи. Просто риск, ужас, спасибо. Now we're talking.
Фокси! Фокси, спасибо за подписку. Фокси, давно тебя не видел. Как ты, дружище? Спасибо большое. Фокси. Я только вижу твою активность в Твиттере. Может мне ливнуть с эфира? Помнишь, я недавно на одном из стримов ушел в душ, а ты победил жопного сложного босса как-то. Ну, если ты настолько суеверный, если тебе кажется, что это поможет, то пожалуйста. Но в таких вопросах лучше... лучше не быть суеверным. Тут дело только во мне и в моих навыках. Предвейтер хочет официально забитрейдить. А, ну пожалуйста. Предвейтер, я разве держу тебя? Я разве тебя держу, дружище? Тебя не держу. Нет, кислота! Нет, 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 господи! Ну, боже мой, какой хороший трай. Кислота застанила. Зато, мне кажется, после всех этих траев я буду гораздо лучше в шутеры на консольные шутеры катать. Потому что это как тир, как тренировка тира, как знаете, когда в КС-ку перед матчмейкингом запускаешь, с ботами разогреваешься, отстреливаешь их какое-то количество, чтобы быть в тонусе, вот что-то такое. Не-не, давай, пофиг. Риск, Риш, тут дело в разработчиках, которые придумали монеты защиты и атаки. Ну да. По сути, нечего и предъявлять. Тебя никто не заставляет в это играть. Это ты сам себе придумал. Тоже не заставляет. Я могу сейчас выйти, купить монеты и пробовать с монетами. Разработчик такой выступает в роли дьявола искушающего, говорит: ну это же сложно, иди купи монетки, мы не будем против. Мы все понимаем. О нет! Патроны! Патроны! А там один или два оставалось? А нет, там два оставалось. Очень близкий трай, сегодня самый лучший. Патроны, черт, надо мечи стрелять, просто мечи стрелять, все. Все получится.
пиу пиу пи пи пиу пи 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 пиу Сейчас быстро ударил, морозина. Успел, нормально. И давить у него сзади. Шикарный эс. Нет. Хорошо! Не так тебе, мразь. Ай, господи, боже ты мой. В общем, когда эта хрень идет. Почему, мистер Людге, почему? Во имя чего? Что вы делаете? Зачем? Зачем загружаетесь? Зачем продолжаете драться? Почему вы так мучаете себя? Потому что это мой выбор. Спасибо, The Taker. Это едет, да? Классика, да? Классика. Спасибо большое. Донейшн. Я думал, сейчас накосячил. Мне почему-то сейчас херово нажимается кнопочка А. Back on your ass. Ага, сейчас быстро выкинул вторую. Тихо. Нормально. Бум. Зеттигер, ты настоящий человек, я думал это Идер задонатил, думал это какой-то его новый прикол, новый юмор, спасибо тебе. Три, четыре, пять, шесть, семь, нет? Сейчас будет. Че сейчас будет? Окей. Давай, Джил. Давай. Господи, я сейчас. Так, беги. Пожри. Фак! Ебой! Сказал же, пройду таким макаром. Вот всем, кто критиковал Ринге. Буш, ну и классика шуток мультистронга, что происходит, когда встречаешь девушку после карантина. Я не смог пропустить ту шутку мимо ушей. Да, мультистер жжет. Хорошая, конечно, она не совсем подходит под ситуацию. Ну что, если я сейчас промахнусь, пацаны,
На этом запале я даже не боюсь переиграть этот файт, серьезно. И я научился. Я правда научился, я выкупил. Я выкупил его тайминги. Смотрите, в чем фишка. Фишка в том, что нужно просто его тонко прочувствовать, и все. Как только ты его тоненько прочувствуешь, все его атаки, все его действия. Пока лейтенант Гару ехал, он вспоминал свое страшное прошлое, когда он был злобным муми-троллем, которого звали Эль Гигант, и он спускался в гор Пуэбло и пугал жителей деревни своим волшебным оружием. Но все изменилось, когда он встретит ее, агента Зинку с позывным «Белая жена». Это было смешно. Гигант спускался с гор. Ну что, пацаны, главное попасть, да? Момент истины. Всем отбиваю пятюню. Пройдено. О боже, это было жестко. Но все-таки это не сложнее Metal Gear Solid 2. Все-таки вампа не превзошли. Там все-таки было 6,5 часов. Может быть даже больше. Все-таки МГС 2 сложнее. Но это да, это один из самых сложных боссов, с которыми я дрался. В плане именно придуманного челленджа. Это было очень жестко. Ну и в очередной раз, что это нам говорит? Говорит о том, что лучше все-таки дропнуть, когда нет сил. Очередной мне урок. Stars. Ты потрясающий. You are amazing. Breathtaking. Спасибо, Унивайз. Спасибо за 284 рубля. Stars. Спасибо. Я бы сама справилась бы, Бакая. Сундрасил, спасибо. Спасибо большое. Рад, что я разобрался. Херада надо полететь. За долгожданную и такую желанную победу. Спасибо, Action Production. Ну, смотрите, короче, 7.31, но это без учета. Короче, 120 фейлов, сколько... Добавляем к этому 184, 120 плюс 84, 404 фейла. 404 фейла и где-то, наверное, ну вот, 284 только на Nemesis. Представляете? Ну все, я преодолел все челленджи, даже не верится. За сколько я сегодня прошел? За час. Доминатор, модель Джилл и Карлос 2. Чё там, кстати, по бонусявкам. За это, Гер, спасибо тебе за подписку, за ваше здоровье, друзья. И за... Зейдгер, вот так правильно. Зейдгер, спасибо за тебя отдельно. Stars. ВРДР 2, думал, порыбачу. Теперь ты знаешь лекарства от сложных моментов в играх. Любимый Ридге, чмавки. Да, я знаю. Магический битрейдер, спасибо. Я понял. А слушайте, у меня всего лишь 54 тысячи очков. А чё мне так мало дали за все? Это чё вообще? Так, ну ладно, руководство по боям. Сейчас мы купим пушечные предметы, потому что все уже преодолено. Справочник по созданию. Если есть наличие, это мне не нужно. Монета... Нападение значительно повышает. А, мне не эти монеты нужны. Риск, спасибо. Порадуй нас режимом упрощенный со всеми бустами. Сейчас, подожди. Монета восстановления постепенно восстанавливает здоровье. Седвет усиливается. Значительно повышает оборону. Вот, сейчас смотрите. Тенс. Эти, наверное, не нужны. Вот это, кстати, давно хотел купить. Потом тоже пройду как-нибудь игру с ней. Оружие Рейден.
А как набустить столько очков? Я на всех сложностях, по сути, прошел, не используя ничего, и у меня так мало очков. Я думал, мне сейчас вообще ракетницу должны подарить. Согласитесь, что мне сейчас должны дать очков, чтобы, блин, на эту самую ракетницу. Так, загрузить. Nest. Да. А, там же зомбаков, да, там же что-то надо 4000 зомбаков убить, чтобы это тоже задротно. Задротная херня, я считаю. Ну-ка, давайте попробуем. Сейчас мы попробуем, как проходили пюси. Так называемая. Монета железной обороны, руководство по боям, тра-па-па, тра-па-па. Сейчас проверим, как проходили пюси. Просто мне любопытно на фоне все это. Все это пацаны, тут вообще ничего не надо, просто ничего не надо делать, фактически. Ладно, короче, он, короче, настолько расширяет этот тайминг, я сейчас просто попробовал. Но он настолько сильно расширяет этот тайминг, что жесть. Я поржал. Ладно, сейчас все, сейчас не буду баловаться. Будет Sims или Dark Souls следующий стрим? А, будет. Ну, Sims, чё, пацаны, ну мы же там прикалываемся по большей части. Вы серьезно, да? Вы серьезно ждете Симса? Вам хочется еще Sims? Я-то не против, если вы хотите, я буду играть в Sims, сколько вам захочется. Так, ладно. Такой кайф. Трам-трам-тра-та-там. Создай других. Как же я Зинку брошу? Как же Зинку брошу я? А, ну да, ну эффект кислоты тут тоже как бы присутствует. Ну тоже не просто, не сказать, что прям сразу же взять. В принципе, все. Пусть и отменяется. Полупуси. Полупуси. Халфпуси. Принцип кислота-то. Я идиот. Я думаю, почему монеты не действуют? Да потому что я же их не вбросил второй раз. Я пошел без них. Ой, идиот. Я думаю, что-то нихера не поменялось. Думаю, what the fuck. Давайте сейчас сейванемся. Еще отдельно вот сюда. Пау-пау-пау-пау-пау. Тот трай не считается. Я монеты не закинул. И халф-пуси тоже отменяется. После того, как я обнаружил, что монет нет. Тихо-тихо. Ну да, после этого выживать, это, конечно, кайф. Я ничего не скажу.
конечно, кайф. Он даже мне, по-моему, поддался немножечко. Пиу, пи-пи-пиу. Теперь мне эта музыка с кожей Эджи ассоциируется. Кожу снял Эджи. А, можно же было хильнуться в этот промежуток. Ну, короче, я понял, да, гораздо проще. Гораздо проще, все, мы разделались. Разделались с этим челленджем. Главное, я прошел. Тайминги очень сильно лавируются. Из-за того, что я за час справился, сейчас уже больше. Можно, доминатор, кстати, эта ачивка называется. Можно сейчас сделать, попробовать ран, короче. Ран с какими-нибудь этими абьюзами на хардкоре попробовать пройти на S+. Могу, в принципе, попробовать. Учитывая, что после ада я уже очень хорошо игру знаю. Используя там, например, монетки. Но будет ли вам это интересно, сейчас еще один ран. Или... Или что-нибудь другое мы сегодня. Блин, мне на самом деле не верится, что я так быстро одолел. Я уже... Ну, в общей сложности 6 часов у меня все это заняло. В общей сложности, по-моему. Или 5 часов. Нет, меньше. Где-то 5.45 все это заняло. Я потом посчитаю. Буду приводить в пример на других трансляциях. На других эфирах. На изике давай. За Sims. За Sims. За Stars. О, Зинка, чё. Спасибо за твои стримы по ретри. Смотрели всем Pueblo. Ребята с плагой обзавидовались в сосычменом из Raccoon City, которые в свое удовольствие могут пощипывать русских моделей. Потому что в Pueblo их никогда не отправляют. Вместо них всегда приезжают жесткий кидатель с прогиба и орущая чебурашка. Орущая чебурашка? Это ты так про Аду? Или про Эшли Грэхэм? Спасибо, Зинка. Спасибо за тебя. Мы можем это... Мы можем посмотреть, что у меня там есть. Можем что-нибудь покатать. Project Resistance можно покатать, если там работает роль. А, я вам могу показать, как МГС-3 выглядит офигенно. Таки на этом. Вот это у меня, короче, на диске. Вот это не мои игры. Вот это вот все не мои игры. И GTA-шки это все не мои, это другой аккаунт. У меня тут свое, по сути, Resident, RDR. Metal Gear HD Collections и этот Peace Walker. И дельки все мои, потому что я не читал о дельках. Forza Motorsport тоже не моя. Кореша моего. А, не пойдет. Не пойдет Эльгарыч. С ним надо очень заранее договариваться. У него слишком много дел. Sims. Вообще за то, что ты бы отдохнул, но решать тебе. В общем, давайте сделаем так. Давайте сейчас я оффну стрим. Немножечко передохну. И запущу, ладно, хрен с ним, запущу. Sims, поиграем там, поугараем на G.
благодарю всех, кто сегодня задонатил. Благодарю всех, кто, в принципе, пришел, потусовался со мной по резидентам. По резидентам. Я знаю, что большинство процентов, сейчас 60, приходят на стримы ради резидентов. Возможно, я следующий резидент, который я постримлю, это будет Revelations 2 на харде, без прокачки. Такое, может быть, что-то такое сделаю. Но тут я уже не вижу, что вот из RE3 извлечь, что из него можно. Без прицела, на какие-то моды, мне это уже неинтересно. Я и так считаю, что я пострадал в этой игре достаточно. Я думаю, вы меня поддержите. Все, через 5 минут где-то перезапущусь с Симсом. Будем кайфовать, смотреть, какая пара следующая законнектится. В топе за Норн и Карипо, да? Будем сегодня не шипеть. Все, через 5 минут, Симс. Еще раз всем спасибо, кто поддерживал, кто поддержал донатом, добрым словом в чате. Спасибо вам огромное. Просто от всей души. Это было жестко.